Всем привет, ребят! Сегодня мы будем вдвоем с Кириллом играть в минус три. Итак, значит, давай, кто первый будет гадать? Первый ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, я первый. Давайте загадаю. Давай, борцовый курок. Вот, ну мучился над этим трюком, поэтому я загадаю. Мне так сложно сейчас загадать. Ладно, гадай. А, не гадай, что это? Так, давай загадайте, раз я так меня решу гасить, загадайте бортвист квотера. Не издевайся. Че? Не издевайся. Так я не издеваюсь, ты издеваешься. В всем парке играем? Да. Я думаю, сейчас в уголок что-то. Гадаю? Уголок? Да. Я только что хотел. Блин, дай-ка загадаю Хитли Свип в уголок. Загадаю Кириллу Баттеркап Поттере. Надеюсь, он это сделает. Ты думаешь, ты сделал, да? Баттеркап Поттере. Да. Давай. Смотри, ты делаешь? Да.
Может, это на флифботре попробовать? Я его взял месяц на 4-5. Поэтому я загадаю это на флифботре. Счет 2-1 и в мою пользу выбираешь сюрприз. Поскольку ты не загадал степ-ап, а в него катать не умею. Я тебе загадаю Хилки Газдроп. Хилки Газдроп? А ты это делал? Да. Мне что-то страшно стало. И подписки на канал, если вы впервые смотрите этот канал. Итак, когда еще раз Максу, Хилл Кик, скат. Я еще раз гадаю Максу, Хилл Кик из Скат. Ладно, он не
поставил этот трюк, мне очень жаль. И сейчас загадаю я. Я загадаю Кириллу. Что бы тебе загадать? Ну, давай просто по лайтам и квесквотере. Чтобы тебе такое загадать. Ну раз, мне сделать это тропа, значит сделать тебе в Поттере это. Хилл Киклис. Да блин, Поттере. Я этот трюк ненавижу. И все, что связано с Киклисом. Да. Можешь любить. Ну, гадаю Киклиса. Все, проблема в колесах, я считаю, да? Аргумент твой, да? Нет. Нет? Ну ладно. Я думал, мне билка стала. Так, давайте, я гадаю Кириллу. Кириллу я гадаю. Я тебе загадаю просто, давай, брать через голову. Брать через Ну так неинтересно, 2-1. Да. Мне совсем не смешно. Вот я комик, конечно, согласен. Ставьте 1000 лайков под этим видосом, и тогда это подтверждается, что я самый лучший комик. Я тебе загадаю. Вот сюда наверх. Баттеркап. Пошлите смотреть, что он делает. Я, наверное, опять бутеркамп туда сделаю, потому что, я не знаю, Макс, это делал или нет, но я это делаю, я думаю, надо. Вот и будет 270 почти.
хорошо? Да. И дай скрю. С одной стороны, мне жалко Макса, а с другой нет. Потому что я это не буду в пропасть. Так, опять катаю. Баттеркап. Именно вот сюда. Мне не нравится то, что мы тут гадаем баттеркап и трёхи. Я считаю, нужно это закончить и просто последний раз загадать трёху, поставить её и закончить этот гейм. Так что трипл гейм набрать, дабл ревайн, дабл кикис, кикрайн кикис, кикис и бэк, кикис дабл бэк. Попробуй, это на самом деле легко, честно тебе говорю. Давай так, я тебя сейчас научу делать трёху в скат. Смотри, сейчас делаешь опа фибл 270 дроп. First round, давай, вставай. Опа фибл? Ну вот так вот встаешь, типа, и вот так вот делаешь. Ой, нет, так я могу. Давай, делаешь, и ты потом... Давай тогда я сначала первый раз фибла. Да, а вот потом... ты это сделаешь в first round. Всё, давай. А когда ты просто делаешь, ты вот так стоишь. И ты просто едешь отсюда, вот так вот просто попробуй сократиться, и ты поставишь. Нет, тебе нужно так ехать. Ой-ой-ой. Я собирался еще потом терять. Я просто помню, я 70 у меня этот упал. У меня был все разобран. Я в шоке. Он, понимаете, он сегодня, может сказать, уже 2,5 трюка сделал. То есть он сделал 2 новых трюка, сейчас сделает третий почти. Сейчас сделает третий новый трюк, вы представляете, просто за один день. Даже еще темнее. Да. О! Жесть. Давай. Я расстался просто ноги вместе. Да. Принцип игры очень простой. 5 букв получил, уходишь домой. Кто первый начнет, решит суефа. Камень бьет ножницы, гадать буду я. Время идет, времени в обрез. Бар твист на бар, у тебя уже S. Знаешь мои, ты больные места. Если во флет загадал 2 хила. S-C-O-O-T, скуп быстрее, срок крути. Друг гадают, повтори, не можешь, букву получи. S-C-O-O-T, к тебе уже на полпути. От этих букв не убежать, тебе придется проиграть. Снова в одну скетч череду. Силы свои я не берегу.
Время к концу, видно дедлайн. Значит, пора гадать трюки в спайн. Тут отказался, там экстру не взял. В общем, похоже, что ты проиграл. Духом упал на последнюю три. Тебе победить не помогли. S-C-O-T, скуп быстрее свой крути. Друг гадают, повтори, не можешь букву получи. S-C-O-T, к тебе уже на полпути. От этих букв не убежать, тебе придется проиграть. S-C-O-T, 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 S-C-O-T. Так, ребята, тут какой-то происходит замес жесткий. Тут просто катание на крутые. И все друг друга сбивают, но сейчас мы будем смотреть, что делает у нас Кирилл. Итак, last try. Нужно сделать, считай, Кириллу. Давай, поднимайся, Кирилл. Все, все это была отличная игра. В общем, ребята, хорошая игра получилась, очень долгая, наверное. Мы долго мучились, так что давай, Кирилл, хорошая игра. Хорошая. В общем, всем спасибо за просмотр, все подписывайтесь, ставьте лайки и пока-пока.